Ассаламу алейкум, всем привет, у нас новая распаковка, ко мне пришел брат мастер Турпал. Турпал, приветствую. Ассаламу алейкум, всем привет. Турпал сам пошел на почту забрать свою посылку, которую я заказал, но в итоге он еще мне принес мои дополнительные еще две посылки, то есть это Турпал через меня заказал, да, и две мои посылки. Давайте распакуем, посмотрим. Да, вот хотел. Я поехал за одной коробкой, вот за этой посылкой. А мне выдали сразу уже две посылки, сказали, забери, это Имран заказ. Короче, опять мои посылки принес мастер Турпал. Да. Кстати, эти две я распакую свои. Этот я слово дам Турпалу, чтобы он сам распаковал. Да. Я пошел такой большой мужик. А где мой ножик? Давайте с большого начнем, Турпал. Давай. Вот такая большая, вот такая, можно сказать, коробка. Здесь не знаем, что. Сейчас посмотрим, откроем. Ножик, кстати, Турпал. Хотя вот такой, можно сказать, уже, можно сказать, старый. Но он острый, смотри. Это керамика. Да, это керамика. О, да, Турпал, угадал. Турпал, убери пакет. Я уже готов закинуть уже, использовать, проверить ведро. Да, да, Турпал, это мусорное ведро. Я заказал недавно мусорное ведро. Российская доставка была, поэтому пришла морская посылка очень быстро. Даже я об этой посылке не знал, что товар идет. Здесь 12 литров. Типа эта крышка с сенсорным управлением. Скорость индукционная 0,3 секунды. Расстояние срабатывания 25 сантиметров. Мягкое закрытие, IPX3 защита, водонепроницаемость. Здесь видите, кнопка управления. Как, вот так выглядит. Все. Смотрите, упаковано очень хорошо. Даже я не знал, вроде бы такая большая коробка. Что вам мне коробка может пойти? Я думал, что ведро будет еще больше, поэтому я не знал, у вас в Алиэкспрессе увидел, что это товар пришел. Я узнал, что это ведро. Вот крышка отдельная. Вот рос. Турпал, рост-тест? Ага. О, вроде. Ничего себе. Пакет рост-тест. Пакет хороший. Не знаю, ведро растет, но пакет вроде бы. Внутри. Пакетка, да. Такой поролончик. Бумажка. Типа инструкция. Ну, здесь, наверное, английский язык максимум. Как всегда. Да, ну или это уже будет. Или китайский, или английский. Да. Главное, я видел, что вот эта штука бывает иногда у заказчиков, которые заказывают, сломана, а здесь вроде бы целые, да? Целые. Что главное, что он, можно сказать, хорошо. Ну, это который насаживается в пакет, да? Как он сюда? Вот так. Как-то вот так. Скорее всего, да, вот так. Вот так. И сверху, ну, сюда пакет, потом вот так. Давай. Сажим пакет. Вот я, пакет. Сейчас. А, вот так? Ага. Так, стоп. Да. Вот так. Да, вот так. Вот. Теперь вот так ставим пакет, все. Внутри пакет. Здесь главное, не знаю, заряжаются ли батарейки. А, здесь походу батарейки здесь. Батарейки тебе сейчас. Я тебе получу вот кушок. Походу промазал, да? Уже не вижу. Старые тоже, старые уже. Для камеры просто неудобно. Здесь я. Какие батарейки? А-а. Большие, да, пальчиковые, две батарейки нужны. Но это походу потом я посмотрю, сейчас у них не получится, может, Турпалом еще это доснимем. Сюда батарейки. И на вот так. Все. Отличное ведро. Фильм, как называется, Дарис. Да, там были разные эти. Объем увидел. Было 10 литров, 8 литров. Там 9 литров было. Это самый большой я выбрал, 12 литров. Как вам? Для себя купил? Да, люди говорили, что там, например, 10 литров, что объем неверный, там, что там мало. Здесь Турпал, 12 литров будет. Если воду залить, должно быть 12 литров. Да? Это хорошо. Здесь вот такие сенсорные кнопки там. Надо проверить. Да. Вот с кнопками можно управлять вроде бы, да, и вот так сенсорно. Рукой и все. Там 25 сантиметров, там говорили, что...
Ну, мы сейчас... Поставил вот так, будет труба? Будет. Вот. Так что, есть? Потом мы посмотрим труба отдельно, давай? Давай, давай, хорошо. Продолжим. Это вроде бы посылка матрешка должна быть. Сейчас мы, папа, играем, короче. Семь. Тебе надо в детский сад отправить с подарками. Короче, Турпал здесь посчитал 7 посылок. Можно сказать, моих уже 8, и Турпал уже 9 посылок будет на распаковке. Давайте с маленькой начнем. Я думаю, пошел, уже не дойдет. Дойдет, оба, дойдет. Это карабин. Да, вот такой карабинчик для ключей. Универсальный такой карабинчик. А, да, сюда ключи нам, что-нибудь печь, да, джинсы здесь. Как-то можно даже вот так, да, снять кольцо. Да, да, да. Как-то вот так. Эту штуку крутим. О. Да, вот так, тропа, да, наверное. Да, 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 да. Еще крути. Смотрю. Вот, еще. Вот, все. О, и, кольцо, да, снимаем. Отсюда. Все, да. Да. Все, да, вот так снимаем, очень, все. Очень надел, да? Да, а то бывает эту штуку разогнуть, там трудно бывает, поэтому вот такой, можно сказать, карабинчик, я типа того, такой тоже заказал, он типа дешевле был, еще один это, должен быть, красивый. Но это был подороже, да, красивый. Я как дополнение, бывает, что люди меня заказывают, чтобы посылки отдельно пришли, я еще дополняю своими посылками, чтобы, видишь, как посылка матрешка, а то люди даже... Сейчас даже блогеры заказывают такие мелкие посылки отдельно, у них идут долго, они там, можно сказать, жалуются. Конечно, если вы закажете одну мелкую посылку, то она отдельно придет. Отдельно и долго будет идти. Да. Как мои азушки. Не-не, твои азушки придут, тропа. Да, не волнуйся. Там же я в Москву доехал. А что такое? А что за ромашка? Что ты думаешь? А что за ромашка? Антистресс? Угадай трубу мелодию. А сколько нот? Это такой мячик трупа. А, это мячик? Да, он должен. Я думал, это ромашка. Вроде бы веревку надо. А, ну все, понял. Ладно? Да. Я думал, что за цветок? Он как бы прыгает, если не чипаюсь. О. Не помню, как. Как там было? А, вот. Так делаем. А, игрушка. Да, такая детская, можно сказать, игрушка. Я детей заказал для прикола. Смотри, большая трупа. Штука, мяч большой. Смотри. Интересно, сделаны пластика. Вот так он более красивее. Да, вот так, типа. Да, для девочки. Типа цветок, а для мальчика мячик. Два в одном оставил. Собираю. Берем следующую посылку. Кстати, я не знаю, что где-то. Я не проверял, поэтому. Чтобы было интересно, не проверял. А что такое сейчас? А что это за бас? А это игрушки. Это зубник. Да, это типа. Зубы лечить, да? Да, зубы лечить, типа, детская вот такая набор. Я пошел тогда. Своей дочке. Это не твоей дочке заказано. А, я. Моим детям. Ну, я тоже трубал, дети. Сколько я оплачу? 100 рублей стоит. О, типа, вот такой рот с зубами и разные вот такие. Типа инструменты стоматолога, да, Трупа? Да, да, да. Типа такой. Укол обвалил. Еще и укол. Вот ложка там, вот такие вот дела, да. Да, вот такой тазик, или как у него, да. Тазик, это туда плеваться надо. Да. Ну, короче, вы поняли, вот такая классная игрушка, сделана хорошо. Да, Трупа, ты доволен? Зубы вырывают, можно вырвать? О, челюсть вырвал. Челюсть можно вырвать, трупа целую. Отдельно нельзя. Ну, это понятно. Целые зубы, да? Да, да, да. Полные целые. Ну, чисто для прикола. Да, чтобы дети там игрались. Вот разные цвета были, я вот такой цвет выбрал вроде бы. Играем. Так, сейчас трупа. Ты любишь? Трупа, да, для детей. Смотри, вот такая классная, вот такая красная. Это что за игрушка?
А, не. Это не игрушка Drupal. Здесь мобильный вот такая пачка. Холдер. Мобильный холдер. Ну, типа мобильный держатель, да? Держатель? Да. Телефон какой-то держит, да? А, посмотри, оранжевый. А, да, да, все, все. Смотри, он металлический Drupal, что очень хорошо. Как-то вот так раздвигается. Это не главный пункт. О, ага, да, он как раз тугой такой. Mm. Поэтому держаться будет как очень хорошо. Давай тогда любой телефон, например. iPhone. Mm. Да, ставим. Даже планшет какой-то можно будет поставить. Спокойно немножко держит, раздвинуть. Вот так, пожалуйста, поставить. Кстати, сделан очень хорошо. И пластмассы, главное. Он, да, он тяжелый, он металлический. Металлический. Mm. Металлический. Китай. Угу. Так что резиновые вот эти ножки, все, короче. И чего это должен... механизм тугой, что очень хорошо. Надо, да, и с собой можно носить куда угодно, угу, при поезд какой-нибудь, например. У меня держат, например, пластмассовый, неудобный. Да, и пластмассовые сломаются быстро. Прям эту постановку тропал. Это что за пианино? Это тоже для детей, это для пацана. Заказал. Ну, это надо пленку снять, там вот такие дощечки разные, вот, типа собираешь вот такой самолетик. А-а-а. Там были разные рисунки, я выбрал самолетик. Там машинки были еще разные. Вот такой. Ну, это он собирает, да, он быстро собирает. Да, да, да. Мне интересно уже. Да. Надо мелкие детали заказать. Да, ну, для прикола, чтобы дополнить, да, как я говорю, для дополнения Drupal. Да, ваши посылки пришли быстро. Последний. Так. Получился самолет, да? Правильно. Молодец. Оказывается, еще можно было с другой стороны собрать еще ракету. Да, игрушка оказалась двухсторонняя, типа, с одной стороны самолет, с другой стороны ракета. А ну, Абиб, собирай. Собирай, давай. Нет. Нет. Ага. Давай, собирай. Ого. Видите, с другой стороны. Вот такая ракета получилась. Молодец, Абу. У меня там очередь все. Да. Это я знаю точно, что там последнее будет. Тоже игрушка интересная. А что такое? А тут у нас вот такой светильник. Светильник? Да. Можно подвесить там. Ага. Типа... Сенсор? Датчик, мальчик, да, сенсор. А здесь она не будет, нет, она не будет светиться, да, можно и от USB его, видишь, от USB питать можно и тут сюда батарейку. Я это увидел. Тоже в Алиэкспрессе? Да? Нет, вот в Ютубе, у друга, и сам прочинал вроде бы, да. А, тоже большой друг, да. Тоже. Он сюда поставил батарейку, смотрел, если вроде бы поставить аккумулятор, то вроде бы отсюда зарядит, можно, как он говорил, я точно не знаю, но... Факт, сюда батарейки, и у меня цель была куда-то его поставить, например, в туалет в магазине, да? Хорошо будет тропа, там вот у нас света нету, вот я туда хотел. Можно приклеить, тоже и на, да, и вот на это, на этот, гвоздь повесить и все. Он показывал, да, он. Может, осветится хорошо, так что потом, если может, покажу, может, нет. Вот. Итак, как видите, этот светильник установил в туалет на работе, да, темно, захожу, как видите, датчик срабатывает, свет включается, как видите. По мерке этого видео я посмотрел, сколько горит свет, да, свет горит примерно около 30 секунд, то есть через 30 секунд
свет выключается, если рядом идет любое движение, и свет включается. Хотя свет светит не так ярко, но что вам надо, то вы увидите в любом комнате, где, можно сказать, темно. Как видите, вот такая, можно сказать, лампочка. Вот у нас видео получается длинное. Топа, давай, вот сейчас мы будем играть с Топа, с тобой. Это футбол? Нет. Так, упаковано хорошо, пупырка, мупырка, все, все, все. Здесь пакет сразу снимаем, убираем пакет. Упаковано хорошо. Можно, Топа, смотри. Здесь вот такая игра, но искусство нам не нужно. Здесь можно играть четверо. Четверо. Угу. Сразу можно играть, здесь четыре человека играть можно. Типа, вот берешь, например, я с этой стороны, например, ты с этой стороны. Я, например, кидаю, например, 6-3. 6-3. Ты потом кидаешь. 4-4. А куда? Если 4-4 нету, то сразу 8 можно. Да, 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 8. 8. И кто быстрее поднимет. Да. Если, например, 6-2 нету, у меня, видите, сейчас 6, можно сразу 8. 8 поднимаешь. А, все, все, тоже. А 6? 6 можно, и 2 можно. Все. Кош, кто быстрее, да? Угу. 1-5. Эй, подожди. Так, 6 было, да? 4-1. Я выиграл, пошли. 5-4. 9. Можно, только 4 там. Топа, ты мои не роняй. А что делаешь? 3-1. 4. 4. 3 делай. Честно. 4-1. 4-2. Эй, какой? 1-2. 4-2. Эй, надо было поставить. Еще 7-10 осталось у меня. 1-4. 5. О, сейчас, Топа, ты сейчас проиграешь. 3-3, нету хода. 3-2. Нету. 6-3, нету. 10-7-9 получается. 5-2. 7. О, мне нужно 5, Петропа. Или 7. 2-1. 5-4. 9. Петропа, ты что делаешь вообще? Как тебе не стыдно? 3-4? 7. Подъезд осталось. Ничья. Сделал ничью. Короче, мы сделали ничью, там надо было 10 набрать и все. Вот такая игра классная. Думаю, детям думаю, будет интересно. Ну, главное будет, знаешь, потому что игра хорошая. Числа. Числа. Да. Считать. А не считать, это логично. Хорошая игра. Пацан 4 года умеет любить числа. Поэтому точка тоже любит числа. Поэтому заказал, будем играть. Вот такая. Ну, так себе сделано, но. Не, качество сделал. Да? Качество, все качество. Все. Законно, все. Ничего не считается. Да. Ладно, Топа довольна. Да. Я доволен. Вот и сюда оставляются кубики, еще дополнительно можно каждому кубики купить. Сюда кубик ставить и так хранить, короче. Убираем. Послабый. 5-4-9 он. 1-2. Нормально кос. Нормально кос. 1-6. 7. О, кос. 6-3. 9. 9 нету. 5. Нету. 10 нету? Нету. 4-1. 5. Молодец. Да. Топа, твоя посылка осталась? Это моя посылка. Все. Наконец-таки. Наконец-таки, Топа, давай. Да. Съела, съела. Так, вот эта посылка у меня. Сейчас мы расставим. Давно хотел купить. По акции. Вот по акции. В Алиэкспрессе они. Где еще уходят? Да. Поэтому у нас дома такая дома, вещь. Да, так вот. Дорогая. Ай, машалла, машалла. Это лазерный уровень. Машалла, машалла. Давно хотел купить его. Вот.
начале года я в магазине увидел его. Он у нас стоил где-то 5000, ну, вначале 7000, короче, стоил. Потом у них там по дешевке по 5000, и то для меня это было много. Вот недавно я опять в Алиэкспрессе, ну, смотрел в магазин, и увидел в одном магазине вот этот лазерный уровень. Да. И долго выбирал я его. Это 16, ну, 16 линий, сейчас уже. И я вот купил, решился купить. Да. Вот это я говорил. Кнопка заклеили, да? Да, кнопку заклеили, чтобы он не дергался. Да. Продавец очень аккуратно отнесся к моему заказу. Вот, скотчем приклеил клейку. Вот. Кнопку. Кнопку. Кнопку приклеил. И мы. Вот. Кстати, у меня был такой, типа такой, уже на спокойке был, но он дорогой был. Я друг заказывал через меня. А я выбрал это номер 2. В этот набор ходит блок питания. Зарядка. Да. Раз. Там были разные комплектации, да, трубка? Да, были разные комплектации. Ну, я выбрал. Батарейка. Вот, батарейка запасная. Запасная. И самое главное, вот он. Пультик. Беспроводной пульт. Да. Видишь, вот. Ага. Вот. Прикинь. Вот. Очень удобно. А будешь здесь далеко, да? Да, работаешь, да. Будешь далеко от лазера, но не надо подходить, не да? Не надо подходить, не надо. Да. Лазер там. Да, на этом, на лазере кнопка нажимает. Вот. Да. Ладно, тупо не теряй пульт. Ага, все. Так, можно дальше. Дальше показывай. Вот она. Это у нас ножка. Это что это? Знаешь, что это? А, там магниты, что ли? Да, смотри. А, все, я понял. Вот это, вот ножка, смотри. Вот эта ножка, сейчас. Вот это, ты, например, если надо подвесить куда-то его, саморезом закручиваешь, да. Вот так закручиваешь, и сюда, магнитом прилипает, а сюда закручиваешь, а сюда закручиваешь вот это сам, вот это, сюда закручиваешь вот так. Да, ну, сверху ты можешь его контролировать уже, закручиваешь. Вот. Комплектация хорошая. Да, даже если даже... Будет стена где-то, металлическое место, да, да, даже не будет надо прикрепления. Это где у нас дерево. Да, где дерево, там где нету. Угу. Вот. Нигде его приклеить. Мощная погода, да? Сейчас я выключу его. Не пишал. Да. Вот. И так закручиваем, да? Да, некоторые были отзывы, что не закручивается, резьба слабая, там. Бывает. А у меня... Я доволен. Вот пришел. Держится на бульну. Держится. Да. Вот. Я не знаю, почему там были отзывы, что он вроде бы не держится он на батарейках, вот, на магнитах. Вот у меня держится. Нормально висит. Да. Вот, все. Еще даже. Все. Да, да. Как по мне, он. Магнит у тебя там мощный. Видно уже, как. Отрепляется. Вот это. Да. И внизу тоже резьба есть, а, трупа? Погоди, внизу ножки. Да, это тоже. Да. Это для дополнительно покупаешь. Ножки. Штатив? Типа осьминога такой. Ножки бывают еще. Да, штатив. Да, или штатив такой... бывает. Любой штатив. Тоже можно крутить, не так держать. Так, а это тоже. Еще. И вот такая подставка его. Подставка. Вот, поднимается, да? Угу. А вот так беда. О, видите? Какая ты нужна высота? Какая там высота? Показывалась там у тебя? Не, это вроде бы. Сейчас там посмотрим. Там вроде было, да, сколько-то там сантиметров. Да. Вот так. Примерно уже 8 поднялось. А, вот он, мелкий же. А, да, мелкий постоянно. Да, 8 сантиметров. 8 сантиметров. Ну, плюс-минус 10 сантиметров можешь подняться. Да, наверное, да. Вот, все. Так, все. Да, тоже. Да, где-то 8,5. Ну, еще тебе можно закрутить еще внизу. Резьба есть у тебя там. Ну, около 10 сантиметров поднимается примерно. И вот так отнимаешься. И вот смотри, включаем его. Так, ставим. И вот, например, ты нужен вертикальная линия, тебе нужна. Вот. По этой линии ты уже... А ты был, ты смотрел ровно и не делал дома? Проверял. У меня там... Проверял. Да.
Кстати, только один дома посылку открыл, посмотрел, потом принес на распаковку. Да, я вот боялся, что будет бракованный. Да, боялся, что будет бракованный. И еще инструкция, да, тропа? Да, иначе интересно. А, покажи. Русский язык есть, да? У меня для русских. Тебе китайский или английский присылают? У меня все русский. Вот. Доставка же в России была, да, да, поэтому посылка приходит быстро, короче. В течение 4 дней, кажется, прошло. Да? Да. Быстро прошла посылка. Вот. Да. Мы на чем на пятницу заказывали, да? Заказывали. На пятницу вроде бы. Там были большие скидки. А сам принтер, это лазерный уровень, без скидки он около 6 тысяч стоил. Показывал там. Да? 6 чем-то. А сейчас посмотрел, то цена поднялась. Нет? Сейчас он около 3000 стоит. 3000. Мы там со всеми скидками 2500. 2500 был, говорит. 2500 с копейками. Да. Вот такой лазерный уровень. А, погоди, как батарея снимается. Сейчас я говорю, сам и сам как сам. Он заряжается, типа. Сразу. Вот. Ну, типа толкаешь та туда в сторону. Угу. И можно заряжать тоже какой-то покупаешь адаптер. Который, да. Можно заряжать вот через этот, можно, да. Ты, а вот такой, да, как да, бы. Да, да, да. Вот. Что хорошо такой зарядки, вот, покажи, тропа. Можно менять. Да, его купить можно. Купить да, обычный, можно. Типа, аккумулятор, это, блок питания на 12 вольт, да? Да, на 12 да. вольт. Ну, еще бывают такие зарядники, что, как у фотоаппаратов, да? Да, да. Туда да, насаживаешь, да? Одну-две батарейки, ну, и тоже. Все. Да. Ну, удобно. Ну, там. Это легче. Да. Посмотрим, сколько там вольт показывает у нас. Погоди, смотри. Там не 12 вольт, я думаю, 9 это. Если 9, то все равно на Алике это можно будет найти. А, у нас там обычно 12 вольтовый бывает. У дяди Руслана там есть. Также я на Алике 3 вольтовый заказал брату. Там разные есть. Сейчас я посмотрю. 5 вольт 2 ампера. 5 вольтовый, да? 5 вольтовый, да. Ну да, на Алике все равно можно будет. Можно. Он весь легко, так как я. 3 вольтовый заказал недавно. Хороший и распаковал кабель, уже. Хороший кабель. Да. Это не туфта какая-то. Да. Ну, кратно будешь пользоваться, долго будет. Главное, у тебя запасная батарейка будет. Если сядет, то вторую зарядил, и все, у тебя будет в запасе одна батарейка. Так. Какую батарейку я снял? Вот эту снял? Да, это вроде бы снял. А можно попробовать, она работает, не работает. Давай. Тоже были отзывы на них у них. Вроде бы. Типа вторая батарейка не работает. А я не верю. Будет работать. О, пожалуйста. Работает. Да. Вот работает. А так легко не сядет, я знаю. Угу. Такая батарейка. 16 линий здесь. Всего 16 линий. Пока. 16 линий? Есть у которых 4 линии, там 10 линий, кажется, 12 линий. Это 16 линий. Короче, у нас есть обзор. Да. 360. Какой доволен покупкой, да? Дом будешь затырки, мотырки все делал дома, да? Дом построил, внутренние работы будешь делать, да? Все. Желаю тебе удачи, Турпан, в работе. Ну что, Турпан, давай закончим распаковку. Я уже устал. Мы сегодня распаковали с Турпаном уже, можно сказать, 9 посылок. В 3 посылках было 9 посылок. Угу. Турпан, как тебе посылки? Интересные были, да? Хорошие. Игрушки, посылки. Там, твой, можно сказать, инструмент, ведро. Короче. Короче. Это я забираю? А-а-а. Это, может, тоже заберу? Поиграю немного. Это уже надо подумать, да. За скалом чай подумаем. Да, да. Короче, мы прощаемся с вами, кто посмотрел до конца. Всем спасибо. Всем удачи. Подписывайтесь на канал наш. Да. На 2 канала. Подписывайтесь на мой канал и канал Турпала. Еще подписывайтесь на мой телеграм и другие соцсети, которые будут в описании. Всем заранее спасибо. Всем удачи. До свидания. Всем пока. До свидания.